На Барсе астронумеролог Наталья Дмитриева. Я пошла учиться астрологии. То есть Московский институт астрологии у нас, кстати, очень прям много. Институт? Прям вуз институт, официальный? Да, вуз официальный. То есть это не какие-то курсы там? Нет, значит, это не курсы. Магические. Это высшее образование астрологическое, оно достаточно серьезное. Считают псевдонаукой. Если честно, обидно немножко за астрологию. Но вот он для меня как инструмент, астрология, она работает. И я могу сказать, что работает очень сильно. А те, кто, например, не верит в это, ну, может, время просто не пришло. Карта человека – это как скриншот звездного неба в момент рождения, как наш космический паспорт. Это натальная карта человека.